Сегодня я первый раз сушила фрукты. Мы вот так нарезаем тоненько. Стараемся, по крайней мере. Это лайфхак супергодный. Берем крышку и ставим на яблоко. Серединки нет, просто бомба. Нарезаем все оставшиеся яблоки. Хаотично просто, как хотите, режьте. Получается вкусно. Вот так вот кладем на сушилку. У меня она вот такая огромная. В ней 5 составных частей. Также я нарежу туда апельсин. И банан тоже сейчас пойдет. Вот он. Нарезаем. И все, кладем туда же. Распределяем. И включаем нашу сушилку. У меня единственный режим. Поэтому ждем 24 часа.